кризисные явления в экономике – это ситуация, когда ранее применяемые способы ведения дел уже не приводят к положительному результату. Существенно сдают свои позиции когда-то сильные потребители полиграфической продукции. О том, как сохранить рентабельность, участвовать или не участвовать в тендерах на получение госзаказа и оправдана ли сейчас покупка нового оборудования. Принт-Ньюс побеседовал с генеральным директором многопрофильной типографии «Быстрый цвет» Кириллом Евдокимовым. Типография работает с госзаказом. С госзаказчиками мы работаем, на самом деле, наверное, свыше 5 лет, но плотно стали заниматься именно поиском и привлечением этих заказчиков года 3. Как вы оцениваете эффективность этой деятельности? Я, наверное, оцениваю ее... 20% этой работы. Это означает, что из там всех заявок, которые мы подаем, срабатывает, ну, там, наверное, да, примерно там 15-20%. Почему такая низкая рентабельность? 80% я считаю, что это из-за того, что люди, какие-то коллеги, извиняюсь за выражение, продают практически по цене бумаги, да, вот, и, наверное, 20% это то, о чем вы сказали, что условия написаны конкретно под там, кого-то. Кирилл, принимается ли в кризис решение о расширении линейки оборудования? В первую очередь, конечно, мы идем за рынком. Вот. Мы идем за рынком и за своим пониманием того, что он захочет через какое-то время. То есть, если мы видим, что рынку нужна качественная матовая цифровая печать, там, да, которая может позволить только, допустим, Agent 150, да, мы понимаем, что нам нужно купить эту машину. Предпочитаете покупать в кредит или лизинг? Лизинг. Каков срок окупаемости нового оборудования? Раньше я всегда считал, что что любое оборудование должно окупаться. Любое оборудование, относящееся к цифре, окей, ко всему чуть по-другому, должно окупаться за 2, максимум за 3 года. Стремясь переждать сложные времена, некоторые компании существенно сокращают свои затраты, а кто-то умудряется развиваться и в кризис. Ряд типографий стараются получить государственные заказы, но есть и яркие противники, уверенные в непрозрачности тендеров изначально. Для кого-то стоит вопрос покупать или не покупать сейчас оборудование. Правильное управление компанией может смягчить влияние кризиса на деловую активность. Ведь кризис – это не только опасность, но и возможность развития.